Сегодня будем печь хлеб из пшеничной муки с добавлением муки грубого помола и отрубей. Нам потребуется 400 грамм пшеничной муки высшего сорта и 200 грамм муки грубого помола с отрубями. Сделаем такую муку. Начинаем молоть. Сейчас зерно пшеничное проходит через 3 валика из нержавеющей стали и измельчается в муку грубого помола и отруби. Будем использовать и то, и другое. В емкость для замеса наливаем 300 мл воды. Сюда же добавляем 6 столовых ложек закваски. грамм пшеничной муки высшего сорта просеянной, 200 грамм пшеничной муки грубого помола с отрубями и 12 грамм соли. Ставим тесто на замес. Пока тесто готовится, не забудем подкормить закваску. Для этого добавляем 6 ложек муки и 120 миллилитров воды. На 2-3 часа оставляем при комнатной температуре и затем ставим в холодильник. И к следующей выпечке закваска будет готова, живая, бездрожжевая закваска. Достаем хлеб из хлебопечки и укладываем его в форму. Хлеб поднялся. Включаем духовку на выпечку. 200 градусов, 45 минут. Хлеб готов, достаем. Сейчас хлеб нужно накрыть, чтобы он немножко постоял и остыл. Тогда корочка будет мягкой. Вот так выглядит пшеничный хлеб с отрубями и с мукой грубого помола. Разрежем, посмотрим, что у нас получилось. Хлеб хорошо поднялся, прям чувствуется он такой воздушный. Вот так он выглядит. И хотя это хлеб пшеничный, как видите, цвет у него не белый, а немножечко кремовый. Это за счет того, что здесь использована мука грубого помола и отруби. Хлеб очень хорошо поднялся, при этом он, видите, вот эластичный и очень полезный.